Всем большой привет! И сегодня мы тестируем обновленную коллекцию Beauty Bomb. Сегодня у нас на обзоре будут два карандаша от Lolita. Боже, мне так нравятся их упаковочки. Они прям такие, ну, готичненькие, что ли. Прям такая готик Lolita. Очень интересная подводка. Причем она жидкая, что я очень люблю. И мне нравится ее такая форма. Выглядит она, блин, так необычно. И гель для бровей Brow Freezer. Ладно. Тут поменьше зад, конечно. Но мне кажется, это как будто кто-то спит. Спящие брови, мне кажется. Хотя, наверное, переводится это по-другому, но выглядит так, как будто это кто-то спит. Такие зайтики, как в Симсе. И да, тех самых тушей красивых, которые там, по-моему, с маслом конопли, какая-то водостойкая. И еще две туши, их не будет в этом обзоре, потому что мне не понравилось, как Beauty Bomb рекламировал данные туши. В официальной группе Beauty Bomb публиковались видео, где девочки просто подносят щеточку к своим ресничкам, а на следующем кадре они уже либо с наручными, либо с накладными ресницами. Я такое не приветствую. Мне кажется, что если вы выпускаете продукт и даете в рекламу блогерам, то такого быть не должно. Начать я хочу с этого геля для бровей. Он полностью прозрачный, пахнет очень приятно, но знаете, у него такая нейтральная прямодушка, как будто он совсем ничем не пахнет. То есть какого-то определенного запаха вот здесь не учуете. И это, знаете, весьма приятно, что ли, что он не пахнет. Мне очень нравится его упаковка, выполнена в таком голубеньком оттенке, и эта надпись прям смотрится очень уместно. Я уже тестировала данный гель, и когда вы только его наносите, такое ощущение, что у вас безумно мокрые брови, как будто вы их намочили. Но потом он подсыхает, и все хорошо. Брови он держит отлично, в течение всего дня вообще волоски не упали, а потом я еще и приняла с этим гелем для бровей горячую ванну. Обожаю, знаете, вариться в кипятке, а потом смотреть следствие вели. Отличный гель, хорошо держит брови, да и за свою цену, кстати. Сколько он стоил? У меня тут чек на сумму 945 рублей. Стоил 249 рублей, ну слушайте. Отлично за такой гель, и в принципе у него нормальный объем, 9,5 мл, мне хватит такого надолго. Следующий, я уже очень хочу протестировать эту тушь. Тут она вся в наклейках, вот этих вот, этот магнит косметик, мне не нравится. Они очень сильно ее скотчем залепляют, и теперь у меня такая вот некрасивая упаковка, здесь все липкое, а если положить это куда-нибудь, то вообще будет волосатая. 289 рублей, 3 мл, но это, мне кажется, немного. А где здесь верх, где... А, все, нашла. Идь. О, какая малышечка. Ой. Я думаю, нормально ей будет рисовать стрелки. Давайте сделаем какой-нибудь немножко альтушный макияж, раз у нас сегодня... Раз у нас такая обновленная коллекция, называется подводка Bad Doll. Doll — это кукла, плохая кукла. Я же правильно перевожу? Так, что я хочу? Я не знаю, я смотрела картинки на Pinterest именно альт-макияжей. Мне показалось, что эти макияжи достаточно обычные, которые там были. Обожаю жидкие подводки, а вот только вот прислонили, у вас уже почти готовая стрела. Но альтушные макияжи, они прям такие, знаете, с огромными стрелочками. Я, по-моему, не такую хотела сделать форму стрелок, но уже как есть. Я хотела прям такие жирные стрелки, которые будут заходить на веко прям вот так. Но я такие не очень люблю, потому что у них такой залом некрасивый потом. Видите, здесь веко нависает, и уже как будто очень странно смотрится. О, и отпечатывается. Ну, нормально, что отпечаталось уже. Слушайте, отличная подводка, мне прям нравится. Как-то футляр вот этот. Возможно, там есть ограничитель, и он не дает мне взять побольше продукта. Пахнет она не очень. Очень сильная подводка жует века. Прям очень сильно. Именно вот здесь. Просто обычные стрелки нарисовать, ну вот здесь вот тоже жует. Очень странно. Напоминает мне ощущение, когда я тестировала подводку от Лисы. Там тоже подводка жует века, если сделать стрелки очень длинными. Если вы делаете маленькие стрелочки, то ничего. Но вот когда подводка фиксируется, это все. Просто какой-то ужас. Вот если у Лисы было, знаете, не так сильно это выражено, чувствовала стянутость, ну прям вот эта подводка безумно стягивает. Как-то, знаете, даже неприятно. Это не потому, что она дешевая. У меня была до этого подводка за 150 рублей. Боже, как я ее любила, пока она не закончилась. И та подводка вообще ничего не делала. Она просто хорошо лежала, и все, она не жевала века. А здесь почему так, я не понимаю, как у меня сейчас стягивает веки, это невозможно терпеть. Подводка-то очень удобно все рисовать, но вот то, что она делает, это
какой-то ужас. У нас с вами еще остались такие два карандашика. Давайте протестируем оба. У меня в оттенке 0,5 и в оттенке 0,1. Такие красивые карандаши. Давай сначала протестируем оттеночек 0,5. Очень мягко рисует. Запах. Запах какой-то у них неприятный, как будто чем-то сырым пахнет. Сыростью какой-то. Как приятно. Очень классная помада, ее даже можно потушевывать пальчиком. Вот это вот очень годная вещь. Это, если что, 0,5 оттенок. Такой темненький нюдовый оттеночек. Мне прям очень нравится. Очень красиво выглядит. Очень мягко рисует. Прям, я не знаю, только прикасается и уже все сам нарисовал. Вот это крутая штучка. Вот эти вот карандашики, они еще и стоили, по-моему, недорого. Они стоили 199 рублей. Блин, что-то дорого. 200 рублей за карандаш. Ну, смотрите, они еще толстенькие такие. Кстати, я думала, что вот здесь вот точилка у него, но это просто оттенок здесь. И все, нет точилки. Поэтому имейте в виду, что нужна будет такая толстенькая точилочка для этого карандаша. Вот это очень круто, мне прям нравится. Очень мягко ложится. Да, приятно так на губах лежит. Ощущения на губах очень приятные. Как будто помада. Вот эта штучка реально крутая. Теперь давайте протестируем вот этот карандаш. Вообще прям такого, знаете, винного оттенка. Очень темный. Я думала, что это коричневый, но посвочить нельзя было, поэтому вот так. Давайте. Девочки, он в камере гораздо светлее, если что. Ух, ё-моё. Оттенок мне нравится, он прям такой с краснинкой и еще с каким-то фиолетовым оттенком, может быть, фиолетовый потон у нее. Выглядит это как вампирские губы вообще, мне очень такое нравится, но такие оттенки нужно наносить прям вот, знаете, острым карандашом. У меня уже он прям такой затупленный, но такие оттенки нужно наносить именно острым карандашом, чтобы у вас было все четко, ровно, потому что если выйти за контрок, то это будет... Все. Впрочем, это уже совсем другая история. Такие оттенки мне очень нравятся, но единственное, что это не совсем повседневно. Ну, какая разница, мне нравится такое. Она немножко даже тинтует, ё-моё. Поэтому имейте в виду, такая прям темная помада. Это, если что, мой первый оттенок. Я думала, что это коричневый, но прям оказалось, что это вот такой какой-то вампирский цвет. Темно-красный цвет запекшейся крови какой-то. Очень красиво. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen. Ну что ж, давайте уже наконец-то подводить итоги. Эти карандаши однозначно, да, называются они Alt Lolita. Lolita. Я думала, они называются Готик Лолита. Очень классные карандаши, они очень круто наносятся, мне прям очень нравятся. Единственное, что можно прогадать с оттенком по крышечке, потому что, смотрите, он реально такой коричневый здесь, а вот что получается. Этот оттенок тоже очень приятный, они прям все такие темные, прям альтушные такие. Очень классные, мне нравятся. Наносятся очень приятно, лежат приятно, и нет каких-то неприятных ощущений на губах, поэтому, конечно, да. Подводочка в такой причудливой форме. Ой, не знаю, девчат. Я бы, наверное, не купила второй раз, но мне очень нравится, как она рисует. И очень легко рисовать, ну, потому что я люблю жидкие подводки. А вот то, что мне стягивает веки, мне не нравится. Вот так дизайн у нее тоже очень красивый. Мне нравится. Тут прям такой, знаете, сердечко с рожками дьявола. Интересненько так. Brow Freezer. Неплохой гель, хорошо держит брови. Упаковка очень интересная. Не знаю почему, но вот это... Дизайн напоминает мне каких-то призраков. Я не знаю почему. Выглядит стильно, модно, молодежно. Очень прикольно. Щеточка у него удобненькая. Она, ну, такая небольшая. По-моему, у них такая же была в клубничной коллекции. Ой, господи, что я говорю, в удачной коллекции летней. Что-то такое тоже было, но я не покупала тогда гель. Не знаю, насколько тот хорош. Этот прям неплохой. Хорошо держит брови. Мне понравился. Давайте, наверное, приклеим какие-нибудь татуировки, потому что я их сюда принесла и уже про них забыла. Чтобы у нас как-то был такой альтушный образ, я не знаю, здесь какие-то картинки, а вообще, вообще не альтушные. Ну, надо же что-то выбрать. Давайте, я думаю, вот эту девчоночку возьмем, такую анимешную, и куда-нибудь ее приклеим. Ну что ж, сюда прям и просится вторая татуировка, но мы обойдемся без нее. Пишите в комментариях, что пробовали вы уже из этого обновленного ассортимента. Ну а на этом все, и увидимся с вами в следующем видео.